Ну что, ребятушки, променад по Вилле был очень быстрый. Мы уже пошли в Жардины, там меня вообще за мной не следили. Ну, конечно, там всего 3 комнаты, ну ничего, мы бы сняли 2 видео, что. А если бы это был классный палаццо, там, например, и там такой вот, ну, с наростами, например, да? Ну, мне даже, я говорю, что я даже рада, что хотя бы нет здесь нароста. В общем, все существует как будто в какой-то другой реальности, потому что я вот сейчас сняла часы, и там видно, что наросты, они не идут. Они не идут по рисунку, ребятушки. Это не то. Не то, что, как я говорила раньше, видите, тут арка, и туда тоже вот это вот туннельчик, типа такой, причем здесь неправильный, да, сейчас покажу вам границу. То есть, ребятушки, это не зарисовка. Я сейчас начинаю убеждаться. Вот, сейчас убедилась на часах, потому что там наросты, они не по рисунку идут. Вы поняли, да? То есть это вот именно существование. Для нее это жизнь, вот это то, что нарисованность для нас, да? Для нее это тоже жизнь, вы понимаете? Я не знаю, как это объяснить. Это, мне кажется, вообще сложно даже вот, ну... Я говорю, что понять сложно, но объяснить вообще еще сложнее. Вот. То есть у нее это нормально, и нарисованность, и сама как материя, понимаете, тут все переходит спокойно с одного в другое состояние. Живет вот там на бумаге, потом живет вот в этом, вот в этой, как сказать, мире. Вот, так вот, может быть, Морто, это может быть и существование там в другом мире каком-то, вот в этом типа нарисованном. Знаете, посмотрите, какая решетка, да? Посмотрите, какая тут уже трослойность. Посмотрите. Ну, камни, посмотрите. Посмотрите, сколько слоев. Расслоений. А? Сами пойдут. Ну, это даже не буду разбирать. Есть более интересные вещи. Все идут стены. Посмотрите, труба роста торчит. Вообще. Просто торчит из стены. Так, что-то мы в последнее время стали гулять по Жардинам, да? Не знаю, что-то меня толкает постоянно в Жардины. Вы посмотрите, что здесь творится, да? Какой кошмар. Кошмарики на воздушном шарике, да? Просто наслоение домов, труп рост. Смотрите. Крыши из крыши вылезают. Вообще. И вот как видно, здесь наши трубы роста вообще вот там вот она просто около. Около, типа так, придатка здания. Вообще, как дома, видите, соединяются, кстати, между собой. Это идет стена по диагонали вообще, закругляясь. Вот. А чего мое? Сложное соединение называется. Ой, какая прелесть, да? Это лаванда или что-то много летает? Нет, не лаванда. Точки тут тоже. Что, пойдем? Тут просто ни с того ни с сего, да, чугунные изделия. Просто, видите, еще с какой-то пупкой. Сбоку пупка такая торчит, да, видите?
Тут башня. Найду сегодня ничего интересное здесь или нет, потому что там на площади очень классно, я нашла много классных моих вещей. Вот. А туда, кстати, нельзя ходить. Башня где, видите? Ха-ха-ха. Закрыта. Non ультрапассары. Это хочется, это хочется. Это хочется ультрапассары. Туда тоже идет что-то там такое, стене, дырка. Видите, башня наша. Ну ладно, это. Я уже стенами не занимаюсь, это у меня очень много видео по всяким, по костелам, по башням. Вот опять арка наша, видите, тут неровная, да? Видите, видите, перевернутая. А что-то воды нету. Тут. Видите, посмотрите, да? Какая форма? Вот это не видно вам. Все равно надо отходить. А вот наши чугунные изделия. Вот посмотрите. Смотрите. Просто зашквар этой геометрии. Вообще. Тоже труба наша тоже. Чугунная. Вылезает откуда-то. Фу. Да, они пошли. Орталия. Вот опять Орто. Да, туда нельзя, но там есть разговоры. Я слышу. А, вот там люди сидят. А, там, наверное, может что-то городское. Посмотрите, как где. Видите, как корка, да? Посмотрите. Прям видно, да? Аль Орталью. Что, сходим к Ортали? Раз уж зашли, надо сходить. Орталью. Это, туда тоже, видишь, лестница. Видите, лестница идет. Ну, все стены идут, видите? На этом мы сейчас поднимемся наверх там, потому что, чтобы сходить сюда, мне пришлось спуститься, поэтому с площади. А сейчас буду подниматься. Посмотрите, как труба тоже торчит, чугунная, огромная. Из стен, да, видите? С краником, да? Как ствол. Ну, сегодня я хорошую тренировку сделаю. Так, ну я вот от Орталия не хочу идти. Нафиг мне этот Орталия нужно. Это же где это Орталия? Это вот там. Смотри, 1907 написано там вдалеке. Не, к Ортали я идти не хочу, ребятушки. Я лучше пойду поснимаю там наши эти, наши чугунные изделия. Вот это явно скоба, ребятушки. Торчит. Только она внизу, знаете. И вот, знаете, да? Тут полок уже привязывает. Наше тоже чугунное изделие. Вот, кстати, опять же, эта пупка. Но здесь она маленькая. А там уже был носик. Знаете? И вот как она туда вот заходит, посмотрите. Посмотрите, да, видите? Прямо как по маслу. Так еще и разделяется. Тут из-за дерева не видно, кстати. Расщепление у нее, видите?
И пупка. Вот. Эта чугунная труба вообще просто невероятно с этим. С краником. Вырезаю, посмотрите, как она классная, да? Никакого тебе ни трещины, ничего. Ну, уже тут от жары, уже ребятушки тут растения откинули копыта. Только наши вьюны вьются по стене. Тут очень много, кстати, в Бергамо. Посмотрите, 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 что. Вообще вьюн тоже такой, да, чугунный, посмотрите. А, пожалуйста. Тут, посмотрите. Ну, стоит только увидеть один гвоздь, и пошло-поехало, ребятушки. Я уже вижу их полно тут. Просто. Ну ладно, чтобы уж выйти к Джардино, не просто так. Вот посмотрите. Ну просто, что вот я показываю, что это вот на меня наехали там в каком-то, это там такой срач развелся на 50 комментов по поводу моей шизофрении. И как раз вот это, кстати, моя шизофрения родилась от того, что я на стене увидела вот эти вот, где мы были там с ним, с Доменико, в одном Костелло мы были, там, где еще Мурена это, Мурена, да? И вот я увидела там на стене много чугунных изделий, и вот и поэтому мне дали шизофрению, понимаете? Но вот сейчас-то что? Вот, на каждой стене я это вижу. Понимаете? Это вот прямо вот вбили, да? Это вбили, да? Ну-ну. А это там привязывали, подвешивали опять лошадь. А, может быть, дерево у вас могли подвешивать, да? Ветки привязывали, ну-ну. Смотрите. Хотя они вообще без веток. Они вообще без чугуна идут. А чугун вот тут сам по себе вот торчит. А ветки сами по себе, они приклеены вообще. Ветки приклеены к стене. Плотным образом. Абсолютно вот приклеены, видите? А вот как они идут, посмотрите. Как нити. Им пофиг вообще, да, до чугуна. Абсолютно. И сами по себе, чугун сам по себе, ребята. Понимаете? Вот такие несуразности. Мне вот сейчас это... Я просто не могу это не снимать, понимаете? Потому что это просто прет. Просто прет. Хоть ты тресни. Никуда от этого не деться. Сейчас пойду на площадь и возьму уже другой телефон, потому что этот надо уже подзарядить. Вот, кстати, еще здесь чугун. Сейчас вам сниму. Тут. Смотрите. Вот, смотрите, вот здесь, смотрите. Вообще какая-то завитушка, кстати. Знаете, да? Вот. И вот тут завитушка тоже, видите? Паучок запутался и превратился в чугун. Ну что, все, с этой виллой Морони мы можем заканчивать. Я уже так, в общем-то, и чувствовала, что будет не очень много, но я рада. Не надо много работать. Вот, кстати, скобы вижу на самом стыке. Смотрите, да? И тоже половинка торчит, а половинка уходит никуда. Знаете, пусть здесь немного, но во всяком случае, хотя бы тебе не долбили эти противные тетки. Просто невозможно. Посмотрите, кто тоже. Кстати, вот торчит. Вот. Вот. Мне показалось, что я увидела что-то. Но это был гость, но он приязный. Ну вот, вот там торчит тоже. Вот. Знаете? А вот там вообще торчит, посмотрите, какая труба.
Заходит, кстати. Сейчас посмотрим, куда она заходит. Вот она идет, идет, идет. Смотрите, смотрите, до самого низу. И ну-ка, ну-ка, ну-ка. И это ветка. И не знаю. И уходит в землю, ребятушки. Уходит в землю, понимаете? Сейчас посижу немножко на скамеечке. Смотрите, это что? Тоже наши какие-то жабёшки, посмотрите. Все. Выглядят как жабо, как звезды. Звезды, посмотрите, натуральные. Нет, не, я думала, они колятся. Нет, не колятся. Вот такие вот тоже звезды, да? Ой, сейчас я посмотрю. Если нет муравьев, то видите, тоже корка какая образуется там под скамейкой. Кстати, если как только сяду, набежит куча муравьев. Так, ну вроде нет. Ладно, пересяду чуть-чуть. Вот еще молодая труба, да? Видите, ползет. Ладно, ребятушки, пока-пока.